выйдет. Можешь убить его? В принципе, могу. У меня есть тентакля, у меня есть броня. Можно убить, забрать яйцо. Но мы экспериментируем. Чё, пробуем? Пробуем. Хе-хе-хей. Я иду. Прям сейчас. Прям к тебе. Иди сюда. Блин. Давай. Ой. Да ну ты нафиг, бей по глазам. Реально, это вот бить по глазам. Чё-то я... не в форме, что ли. Ну ладно, пофиг. Это мало кого интересует, на самом деле, особенно меня. Так. А, вот. Я отсюда термить яйцо. Всё. Ха-ха-хай. Так, что мне с ним делать? Как его растить? Получится или нет? Это вы узнаете в следующей серии. Ту-ту. Всё. И резко выключаю стрим. Идем копать кусты. Просела броня вообще до жести. Вроде хорошая деревянная, так просела. Печаль. Деревяшечки. Столько всего интересного. Там столько палок. Я потом сюда еще вернусь. Все выкопаю. Вот все вот эти палки, всю траву, все себе заберу. Сделаем себе ферму хорошую. Огородим ее как-нибудь. Если выживем. А, если выжим, это имеется зима. Смысла вообще нет его выращивать. А, когда станет большой, нападет на тебя, да? Да. Какое интересное яйцо. Я о нем заботиться, понимаешь, кормить, одевать, обувать, а он меня еще и нападет. Вот так вот. Вот и думай теперь о яйце. Ладно, поэтому не будем о них думать, просто собираем траву и выкапываем кусты. С ними выживать, походу, реально будем на птицах за счет бумеранга. Можно поймать двух зайчиков. У меня нету ловушки и некуда класть зайчиков. Знаете, зайчики, вот. Вы самые везучие зайчики, наверное. Или королики, кто это? Бум. Забираем. Бум. Забираем. По-моему, 10 кустов максимум. 10 мне мало. Поэтому надо... хотя бы 20. Бум. Забираем. 4 ягодки. Было сейчас 5. И смотрите, раз. Раз, и все, и некуда. И что же делать мне? Теперь. Теперь мне надо сделать следующее. Ну-ка, там гнило в тебе все. Нет? Вообще так плохо, да? От чего же мне избавиться? Мясо монстров. Не хочется терять. Яйцо съесть. Ну а нафиг там тогда нужно было. Уголь по-любому нужен. Давайте думать. Чего убрать? Копье. А чем я воевать буду? Топор. Еще и лопат сломалась. Да, вот я как раз топор-то и выкинул. Так, здесь кусты все забрали, здесь кусты все забрали. Здесь их нету, в принципе. Ну, значит, бежит туда, блядь. Так, побежали. Травы я наупускал. Не надо этого делать. Трава нужна. А
вообще нужен всегда один слот. Зачем тебе столько кустов? Как зачем выращивать? Я буду за счет них жить зиму, если получится. Если успеет на них кто-то вырасти. Надеюсь очень на это. Потому что я не вижу у себя никаких источников пищи. Кроме вот этих морковок, которые сгнили, вот эти два мяса, которые когда-нибудь тоже откинут. Этих шести ягодок. Все. Ну и эти семечки, которые я вряд ли, конечно, буду поедать, потому что они все-таки пригодятся для чего-то более полезного, чем забиваниями желудка. Что ты будешь делать? Так, ладно, бежим вниз. Теперь нам придется разводить костры все-таки. А я хрен его разведу, потому что у меня нет дерева. А дерева нет, потому что оно в нем. Открой рот. Молодец. О, все, живем. Так, палочка. И морковку жарим. Всю. Привет, Асмат. Всем привет. В чем смысл игры? Есть конец. Есть конец. Это надо пройти Adventure Mode. Ой, концовка Adventure Mode в моем исполнении есть на YouTube и будет на записи Good Game. Там вместе с этим стримом. Да. Ну что ж, пережили. Вот семечко, кстати, по-любому нам её плюс есть, да. Ну ничего, переживем это. Это-то уж мы переживем. Все, красота. Тру-ту-ту-тра-та-та. Вот такая красота. Опять семечко. Опять съедим. Птички вообще молодцы, сами мне семечки приносят, поэтому... проблем не будет. Блин, нету собак. Что за фигня? Где вы? Вот придут реально, когда я буду совсем не готов к этому. В самый ненужный момент. Вон морковки какие-то. Зайчик. Зайчик. Сейчас такая скупая мужская слеза прокатилась по моему лицу. А я нашел поле, усыпанное зайчиками. Ой, хорошо, все вот здесь. Я буду жить здесь. Да, знаете, пожалуй, я останусь тут. Здесь хорошо, зайчики. Но знаете, не надо поспешных выводов. Здесь отличное место, реально. Здесь можно зимовать. В чем? Вообще хорошо. Так, а ты куда меня ведешь? Червоточина. А здесь есть бизонь? О, я мать дубина буду ломать. О, хорошо, вообще красота. Все, все, что надо мне. Он смотрит на меня. Ну да, логично. Не нужно. Смотри, как я это делаю. Бизон. Видишь, что творится? Не видишь? Ну и ладно. А вот здесь зайчики есть. Здесь есть вот баффало. Эти бифало как-то атаковать. Зачем я тебя атаковать? Ты же мне ничего плохого не делаешь. А ты, я тебя не трону. Я расстраиваю следующие факторы. А именно... Так, мне вот это нужно. Но вместо чего? Опять же. Тебе уже все прокупло, нет? Вот. Свинок много не нашел, с ними жить лучше, они не сейчас чувствуют. Нашел. Только они знаешь где?
Вот здесь. А кроме еды с ними рядом? Нет. А вот бегать от них вот сюда я замучу. Крайняк, я могу сделать себе дом свиней и там будет живу. Устроить там геноцид какой-нибудь. Если смогу, конечно. Неплохое место. Было бы еще неплохо, чтобы здесь было хотя бы 2-3 домика свиней. Но нифига. Так. Тут же надо найти портал, а потом через него несколько этапов. Это Adventure Mode. Это мы уже прошли. Это мне больше не интересно. У нас теперь есть персонаж такой Максвелл, тот самый тип, который нас сюда закинул. Я уже, кстати, 3 вещи из портала нашел. Вот опять следы этого слона. Зайчики перепуганные. Я, говорит, атаковать пойду молотком. Дикий он, парень. Кар-кар. Не каркай. Давай, пошел он. Да ладно, ты так испугался, что ли? Ну-ка. Бедный зайчик, слушайте, как ему трудно живет. Ладно, пусть живет. Идемте что-нибудь искать. Сверху была семечка. Я ее не взял. Ну ладно. Так, здесь мы все исследовали. Та-да-дам-пам-пам. Я вот только не понял, где бизончики, я только одного видел. А сейчас какую цель поставил? Просто жить. Просто выживаем. Мне игра нравится, не знаю, как вам. Неужели я дождался твоего стрима? Привет, ПВПшка. Пчелки. Я не верю. Чему ты не веришь? Я тут, так что нормально все. Пчелки, да? У нас куча паутины. Причем не маленькая такая куча. Да? У тебя вино кончится, да и хрест. Сейчас мы. Хотя знаешь, что не хрен с ним. Что бы такое заживать-то? Крутейшее прямое включение, спасибо. Так, не знаю что. Думаем, что делать. Мясо монстра можно выкинуть. Давайте выкинем пока что. И будем собирать цветочки, сделаем шапку. Для чего гниль нужно? Для удобрений мы будем делать себе ферму и удобрять их. За счет чего? Будем получать себе всякие фрукты, овощи. Фрукты, конечно, ты вряд ли получишь, но вот овощи гарантирую. Так, мне еще 3 цветочка, я могу забрать обратно мясо монстра. А что теряться-то? Сейчас опять ночь. И... Друг, не делай глупостей, ладно? Я там его оберегаю, а он не хочет костер даже ставить. Разленился вообще в конец. Почему мозг стрелка вниз пока? Потому что ему плохо. Ему одиноко, ему хочется поговорить. А из друзей только Честер, в котором лежит гниль. Ну что?
морковка, которая уже все. Да. Не первый свежести, да? А ты что хотел? Давай венок. На венок нужно 12. У меня только 9. 10. Постоянно падает. Нет, только когда темно. Или только когда тебя бьют, там, или когда приходит лось, или когда ты пробегаешь мимо. Кстати, привет, граф. Приветствую. Приветствую. Кодрин 4, да? Слева, снизу, сверху есть цветки. Да вот они есть тут. Вот. Книжонка, естественно. Все, у нас есть цветочек. Так, пойдем за мясом монстров. Когда будет постоянный дом? А вот сейчас вот уже скоро. Я вот думаю, на самом деле. У меня вот, смотрите. Вот. Что вот это делает? Кстати. Вот я об этом не позаботился нифига. А надо. Представляете, помру. Что буду делать? Ладно, все, бежим. Бежим. Давай. Беги. О, бизончик. Второй бизончик. Вот этот. Это нам нужно. Но я потом туда приду. О, червоточин. Ты куда ведешь? Подождешь. Кстати, а нафиг я с шишками бегаю? А я их выкинул уже. Не бегаю. А жаль. Полено выкинуть не хочется. Не хочется. Камни, нет. Что-то такое. Яйцо зажарить можно. Все равно, как бы... Будешь когда-то играть Invincible Inc. Что это такое? Невидимые чернила? Или я что-то не так понял? Что делать? Что выкинуть? Ну, игра от студии разработчиков Don't Starve. Я про нее вообще не слышал, поэтому, наверное, может быть, играем. Мясо монстров. Ладно, идет оно нафиг. Жалко, конечно. Я хотел свиней запрячь, поработать. Порубить для меня лес. Лопату нельзя кидать, ты что? Я буду сейчас кусты копать. Еще 5 кустов выкопать. О, сделаю нового. Надо узнать, что у нас в червоточине. Но это я узнаю потом. Нет, это уже сейчас. Тут у нас... Тут у нас... А! Слушайте! Это же хорошо. И недалеко от свиней. Борода, кстати, растет, большая. Извивается. Скоро буду как Карабас-Барабас. Буду путаться, наступать на нее, падать, вставать, падать. Но я не сдамся, я буду идти дальше. Все, конечно, хорошо, но... Оп. Оп. Собираем как можно больше. Так. Штук 20 нам. Сейчас собаки, походу, будут. Давно пора. По-хорошему. 6 это одна ферма. И где собаки? Я не понимаю.
нас есть червоточина, которая перенесет нас вот куда-то сюда. Отсюда мы более-менее быстро подбежим сюда. А зима у бизонов, ну, у них не только зимой. У них бывает этот период брачный. Я не помню, когда, но бывает. И они вот всех бьют. Вот тут. Поэтому я пока могу, собираю. А потом уже осторожно надо быть. Я что, слышал, нет? Тогда вот, ладно. Зайчики, блин, столько зайчиков. Все это можно переловить, а места нет. Ты слышал? А, все-таки бегут. Блин, мне нужно две штуки обваливать отсюда. Ох, как вовремя собаки-то пришли. Главное, свиньи-то заснули. Я хотел их использовать как силу. Хотя бы какую-то. Ладно, Честер, здесь мы примем бой. Давай, кто на меня? Бейся руками, как мужик. Ну. Не унывай, мужик, все будет норм. Кто сказал, что я унываю? А, кстати, наш тентакль есть. Точно. Все. Ну, где вы там? Я уже устал ждать. Костер тухнет. Я зажую семечку, пока купите там. Ну, где экшен? О, бей первый, не жди, пока нападут. Все? Лол, одна собака пришла. Давай, оп, моя очередь. Лошара. Давай еще. Я-то думал, что 5 придет. А их всего 2. Чуть-чуть продлили жизнь нашим мясу монстров. Киданем туда одну дровишку, зажарим семечку. Вообще на изичах победили. Не, я вот буду копьем кинать. Офигел Честера только. Вот так вот. Можно, кстати, сломать. О, слушай, уж зелененько. Отлично, отлично. Давай, давай, кто там? Смелый. Вот, чтобы огненные собаки ничего не поджигали, фермерство надо ограждать от них и драться где-то подалеку. Короче, подальше. Иди сюда. Давай, бейся как мужик, я один, блин, вас сколько. Эх, давай. А, вы сейчас пробьет, хорошо. Кого ты кидаешься? Я монах Шаолин. Или ты, или я, правильно. Все. А теперь давай ломать их логово. Нафиг оно им не нужно. Я так решил. Плюс сейчас получим много паутин. А, отлично. Честер. Привет, а чувак в маске умер, что ли? Ну да, он такой. Недолговечный оказался. Ну ничего, мы это еще сыгранем, так что не переживай. Бей по глазам, да-да. Яйцо, говорит, бей мое яйцо. Он и ударил. Танцуй на их трупах. А-ля-ля-ля. Нет, 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 не на кого танцевать тоже, так что.
Пойдем в костру, может, не потух еще. Надо зажарить это мясо. Ну что, отбились. Довольно просто. Даже скучно. Ну да ладно. О, горит. Жги. Сейчас раз подбегаю, но он потух. Это такая, знаете, и троллфейс такой на пол экрана. Че, говорит, пожевать хотел, вот обломить. Зажарь себе ягодку, а. И еще. Вот так вот. Все, пойдем собирать. Сейчас будем собирать навоз. Чем больше, тем лучше. Нафигачим всех ферм, засадим ягодками. Ягодками. Опа. Все. Блин. Теперь их бомбит. Сейчас вот если подойдем, они на нас будут кидаться. У них период полового созревания. Сейчас они начинают свои брачные игры. Все, кто к ним подойдет, будут подвергнуты атаке. Причем сразу же и больно, и по голове, и беспощадно нас будут убивать. Так. Ладно, все, добрали. Отбегаем. Блин. Короче. Опа, болит. Ну, типа того. Так что разрабы фермерства и дома не развивают, только еще больше новых пещер прикручивает. Но, как бы, игра-то не на то, чтобы ты ферму себе оформил. Рассчитана на то, чтобы ты выживал как-то там, что-то исследовал, выдумывал. Пришла весна, пора любви. Того поймал, того любви, да. Типа того. Кстати, травка-то у нас уже это. Блекнет. Это плохо. Нам нужно еще 4 навоза и валит. Или 2. 2 тоже много. Кого поймал, того бан. Ой, дураки. Хотя я доволен, что сейчас они пчел перебью. У меня будет улей. Соты, все дела. Давай, давай. Покажи класс. Че могешь? Ничего не могешь. Че, они сломают улей-то, не? Сломали. Ломают. Офигеть. Изверги. О, вот она. Давайте посмотрим, что тут, пока они там ломают. Я буду заниматься исследованиями. Хотя мне уже давно пора базу делать, казан ставить, что-то жарить, что-то парить, холодильник ставить, ставить алхимическую эту фигню. Надо, короче, заняться делом. Но я еще не решил, где у меня... Хотя вот здесь база хорошая. Вот здесь и бизончики есть психанутые, и зайчики есть. Свиньи, конечно, тоже есть. Но вообще по красоте добывать всякие... Чего-то там. Да, ну ладно. Дерево со свиньями хорошо добывать. Червоточины к свиньям, кстати. Если что, побежим к ним. Ну там не совсем к свиньям, но полдня пробежишь. Зайцев дофига просто. Что еще для счастья надо? Зайцев. Это мы сейчас вялить начнем. Так, сколько кустов? Еще два, и я...